Компа зайти, пока тебя не было. В малиновку? Какую малиновку, блядь, в окно? Пока мог, я, может, там не вышел. Наверное, надо с Владиком поговорить, чтобы он меня нахуй повысился до 9, тогда он точно как-то тупит. Я думаю, помните, я тебя накручу, что я был аккаунт перед. Мои дороги везде, я парень сам по себе, ни старый, ни молодой, и следую за судьбой. Наверное, такая карма. Прости меня, милая мама, прости, прости. Я верю в то, что свыше написано все уже. Кому-то много денег, а кому жить в нищете. Кто вольный, словно ветер, кто заботами покрыт. Я в поисках удачи, небесами я не забыт. Гуляй, душа сердита, походкою бандита. На проблемы давно забита, вся жизнь шито-крыто. Гуляй, душа сердита, походкою бандита. На проблемы давно забита, вся жизнь шито-крыто. Я знаю, ни много ни мало, без удачи нет начала. Иду к своим берегам, что мое никому не отдам. Все будет шито-крыто, и карта любая бита. Добро я помню, добро не забыто. Мое сердце окаменело, гуляю по жизни смело. Пережитое не вернуть, позади как Млечный Путь.
помудрел не по годам. Знаю много не по зубам, что мое не потеряю, у судьбы свое отыграю. Гуляй, душа сердита, походкою бандита, на проблемы давно забита. Вся жизнь шита крыта. Гуляй, душа сердита, походкою бандита, на проблемы давно забита. Вся жизнь шита крыта. На раптора. Ты ебанулся за 11 брать, не? Нет, смотри, продаж, допустим, за 3 доставок прошлых добавок, нихуя нету. Потом... Ну, смотри, за 2 евгать, конечно, но это дохуя, если б я вон видел и за 8. За 8 я еще ни разу не встречал. Игорь, слышишь? Ну, теперь... Они в какое-то время по 5,5 продавались по 6. Игорь, ты продавай, короче. А, мне, кстати, за 8 предлагают раптор. Мне за 7,5 предлагают. Нахуй нужен мне быть. Я на развозе, я куплю, и я на развозе. Я за него больше 6. Звезды все выше, выше, их не достать. Ночью так тихо, тихо, чтобы мечтать. И стакататься, стакататься. С пенасом дает. А как у Персила дом слетает, если он недавно заходил? Не знаю. Я просто это наплодал. Да не проплатил, подеюсь. Он там на деньги не должен жаловаться, он это может по пару смотреть. Блин, забыл просто. Ну такое это бывает, это плата. Интересно, когда оно, блядь, слетать? Саня, давай ты мне его отдашь в кредит. Ну как в кредит? По минималке мне его отдашь, а я тебе буду каждый день там по 500 тысяч гарантированно. Саня, давай я у тебя. А ты прекрасна, сука, блядь. Ну я тебя кинул бы, я тебя кинул бы сам. Я просто устал этот бизнес. Сколько максималка на авторе продажи? 13 лет. 7 лет. Да не сыню, не опрокину. Контакты свои дам. Я верю, что нет. Санёк, я бы прокинул. Продай мне уши. Я не знаю, если честно. Не, просто я хочу сразу деньги все получить, чтобы момент продажи уже сразу сел. А что ты купить хочешь? Бизнес. Ну, бизнес какой и где? СДС у разбойщика. У Женька, что ли? Да, да. Ну, почти. И за сколько он его вставляет? Да я не знаю, мы с ним так посадят, толком-то и не договорились. Он так-то его продаст только после того, как найдет бизнес с нормальной финкой. Типа там 120 плюс. Ну, столовка Бусай вот такие доснет, 120 получает. Ну, это-то понятно. Но если я соберу деньги, мне еще придется его уламывать на то, чтобы он до... начало поисков бизнеса, типа до того, как бизнес найдет, продал мне. Вот. А несколько бизнесов можно? Нет. Раньше можно было, сейчас нет. Бля, вы сами у меня акулу купили.
Акула такой стрём на самом деле вообще без этого. Под капот вообще, блядь, заглянешь нахуй. Блэк Мартинес, да, хорошо. Блэк Мартинес за Холидей Маршал — это вообще позер. Я в Форзе, когда покрасил свою акулу в красный, они сразу все начали красить ее в красный. Какого не знаю, я такую купил. Купи у меня альбатроса. А зачем? За 3.3. Нет, не хочу альбатроса. Я свой. Я альбатрос... За 3.2 отдам. Я чуть не купил его за 2.7 уже с налогом. Не хочу. Да где это такого? А Линкольн никому не нужен фтшный премиум? Ну вот, буквально позавчера, 3 дня назад встретил на Бу, пацан продавал за 2.7 уже 100 лодок. Там этот Игорь Станиславович подъехал, начал его отнекивать, типа, чтобы он продавал там за 4. Санёк, кинь мне номер свой. Для чего? Ну, может, как наберу на него, так позвоню, если ты его не продашь уже. Ну, давай. А вроде вчера какой-то Бизак с этого слетел. Не знаю. В Заречном. Не слежу за бизнесом. В натуре. А, уже купили, вот вижу, уже купили его. А что за Бизак АЗС? Это... Нет, это мага. 24 на 7. Слетел именно? Ну все, я твои цифры записал. Да уже все купили, уже владельцы есть, вижу. Ты отвечаешь, а что слетел? Что? Ты отвечаешь именно, что он слетел, да? Да он уже вот, владелец есть. Уже купили, видать. А чё, он в ГОСе стоял сегодня? По-моему. Да не, не у него вроде и Роберт Левандовский владел. Ну так, у него потом на да какой-то базе, да, там сейчас? Каждую неделю, блин. Не думаю, что три, блять, проебал бизнес. Видел его фотку вообще? Не похуй на него. Блять, это вообще пиздец, фрик. А у тебя раптор каким цветом? Черный. А, это ебать. Кстати, я скажу на три раза. Вчера подходил, у кого-то спрашивал, у раптор тоже пробег. Смотрел там. Никогда не назову тебя обойти. Я не слышу. И случайно не ты мне говорил, нет. Дэвик? Не-не-не. Что, смотри, сколько знаешь, дашь? Алло, Игорь, стой, послушай меня. Не-не-не. Знаешь, почему Булкина стоит Раптор в своих денег? Потому что у него там номера висят. А он в курсе. Да, он мне скидывал уже номера. А чё за номера? Ну, он говорит, ему не нравится. Нормально. А чё за номера-то? V080VO. Вроде такие. Пиздец. Чего? О, прикольные номера. Она меня любит, как Дора любит пиво. Я не понимаю девушек, не даю ей мотива. Но вот эта детка меня очень сильно зацепила. Да, я тут еще мутила. Твой любимый парень с повышенным либидо. Меня сильно осаждало, когда сильно осаждало. Его заберет только больной человек за такие деньги. Не, ну то же самое, блин, если вот люди такие есть, сканеры продают, допустим, 15-17, ну, спасибо. А если сканеры там пробега километров 10, то есть такие, что за 25 ее купят, ебать. Типа, ну, на каждый товар есть свой покупатель. А у меня есть товарик, забрать сканеру с нулевых пробегов под минуты. Кто а это? Мне... Скажи мне, то человек. Нет. Алло, Сань, у меня есть товарик, прямо сейчас на нее закинуть. В смысле, у меня ссылка есть на ее покупку. А, похуй, я тоже. И все. Меня бомбят, блядь. У меня через одно ебло есть. Ну, допустим, пока что, допустим, есть ссылка. Так веришь, что эта ссылка уже давным-давно не действительно. Чё ты так думаешь? Да потому что эта ссылка уже давным-давно как недоступна, по идее. Доступно, ну. Говорит, ссылку можно скинуть. Ссылку скинь. За 5 лямов скину. Скину за 5 лямов. А какая раз оно на мой аккаунт будет ссылка действовать?
Нет. Я не знаю, как она там работает. Я говорю, у меня ее нет, она мне через одно ебло есть, я могу попросить. Не знаю, как это все устроено было вообще. У меня есть ссылка, я могу хоть прямо сейчас на нее. Я этому носу еще позвоню, блядь. Он мне там оформлен. А когда он последний раз на третий заходил? Месяц два назад. Да не, он вроде месяц назад заходил. В году 19-м, когда Глад Валакас стримы тут вел. А че он тут не сидит? У него баланс, блядь, неограниченный. Кто? Никита Носов? Да. Да хуй тут сидеть. Это же ему похуй. Он просто нулевый. Он просто отмывает деньги с этой игры, и все, ему похуй на игру абсолютно. Да. И в нее играют, вот самое страшное. Блять, был бы я разработчиком, я так же сам делал бы, не играл бы тут нахуй. Вот Глад Валакас заходил последний раз месяца 4 назад на 4-й сервер, по-моему. И там был Носов. Бля. Я помню, админ как на 3-й залетал. Возле авторынка еще был. Я помню, как мы неделю назад с Адамом и с Клаусом поехали с игровым бастером кататься. Он мне дал Теслу, потом, ну, Model S, потом X. Потом он нам снежки выдал, потом мы пофоткались. Потом я хотел у него кибертрак попросить, но он не знает айдишника. Потом я хотел попросить у него эту приору летающую, но он сказал, что он тоже не знает ее айдишника. Так бы полетали вообще с кайфом. А сколько это Тесла едет вообще? 172. Не в зависимости от кузова, там, не знаю. А она никогда же не выйдет? Электрическая закончится. Нет, но в рестарт пропадет. Кого? В рестарт пропадает. Кого? Он говорит, Тесла типа не пропадет. Да. Я говорю, пропадет в рест. Или пока он сам не уберет ее. Да. Хотя бы за донат ее что ли сделали? Ага, 1000 так за 50, да? Ага, ну, и без блядь, этих... И нету зарядок. Прокатаешься вот эти вот 100% за 2 минуты и все. 50 тысяч по вольку. Хорош. Если там в придачу зарядка дает, то я не против. Задонил бы на меня. Да. Донатная, это зарядка персональная. Ставишь какой-то чисто пачки. Нахуй за 100 миллионов в игре продал, да? Ого. Ну можно. Да не, он же сказал, что никогда Теслу не добавят они. Чё, впадло что ли добавить электростанцию для нее? Не знаю, они сказали вообще никогда, чтоб чисто попало. Дополнительный бизнес. Блять, хай сделают как раньше, нахуй, финка, блять. От прибыли они зафиксировали. Ну, это да. Но это будет минус экономика. Тот же там 24 на 7 какой-нибудь будет приносить там как раньше по 1.5 миллиона в день. В чем прикол? У БЦРБ будет приносить 1.5 миллиона в день. Нахер это надо. Ну нормально, хуй. Да вообще богатые будут. Угу. С кайфом. Допустим, даже столовка бусов будет ляма по 2 в день хуярить. Не знаю. Она бы и стоила там под лямов 200, если не больше. Ага, только игроков тут ни одного нет таких денег. Прикол в том, что когда раньше были финки там по 1 миллиону у АЗСах, они стоили все там по 5 миллионов, их мало кто покупал вообще. А сейчас у этих финка 100 скажу тысяч, так, их покупают за 15 миллионов. Слышишь, я скажу так, в Северном даже в ГОСе стоят. Ох. Я когда начинал играть, я чисто бомжом был. Потом на полгода ушел, потом вернулся, мне Вива Варакеш отдал мой 1 миллион, я купил себе бан и начал херачить. Это ты Блэк Варакеш, нет? Нет. Помню. А все присутствующие донатили, я так понимаю, да? Да. Я не рубля сюда не забыл. Я 5 миллионов сюда закинул, ребят. Вот все мое имущество, это я просто перевел.
Я даже без Мариновки плюс играю, да. И принципиально сюда донатить не буду, бля. Не, я бы создал новый аккаунт без доната, но... Не, я не дебил, бля. Я вот куплю АЗС, уйду в GTA 5 на Redbeer. И все. А там обязательно надо заходить в игру, чтобы деньги с бизнеса получать? Надо заходить, чтобы его проплачивать. А деньги там просто так капают, считай. Ну, закупать продукты и оплачивать бизнес, все. Привет. Чисто раз в два дня зашел и все. Знаю, если это не, блядь, во вторник не ехать никуда, на... Я тоже бизнес какой-то купил. Я куплю слететь просто. Там уже у элитки дохуя народу стоит. Да не, она завтра, думаю, слетит. Вот этот пацан, которого... Она... Чё это? А, я ему, кстати, элитку и продал свою. Вот ему. А это другая уже. Элитку выгодно ловить. Потому что ее реально можно дорого перепродать. Не знаю, я могу поехать акулу в Ослик, блядь. Мне хватит элитку ловить. Давай. Ну, мужика. Да где смысл, ебать? Я в минус уйду все равно. Засал. Ну смотри, я солью акулу там за 12 с хуями под 13 кака. Минус на 7 буду. И шо, словлю я элитку за 3, блядь. 4 этих минус отобью, все, и шо, и в чем прикол? Засал. Сказал и отказался от своих слов. Я тебе говорю, что я могу это сделать, только смысл. Я лучше продам Дукати на втором пассе и буду ловить, да? Угу. Лох. Все. Ну, Саня, предлагай Виталику. Слышишь? Алло. Тед Буса, у него в юшке все или... Макс, а ты вообще здесь? Да, я тут. А, ты так долго молчишь. Да, тут ребята разговаривают, о чем мне говорить, что мне влезать-то. Ты что-то хочешь предложить? Да нет, просто, блядь. Не знаю. Встал в тишине, думаю, может выключить рацию, музыку послушать. Понятно. Ну, перебивать же не буду, а тоже, блядь, и поговорить хочется тоже. Да ты так не выпрыгивай. Ну чё у тебя, кстати, половушка-то? Ладно, парни, давайте пока, я Лёва отдуду. На, ночь. Да. Лёва обнял. Алекс, чё у тебя там, половышком-то? Чё, половышком, блядь, теперь 250 штук не хватает. Потому что я отремонтировал Мерс, потом продал его дешевле, тебе на 37, я за лям тебе его поставил. Да, я видел. Вот, и поэтому мне теперь надо где-то 200, ну не там, 250-235. Ну слушай, ты не парься, я тебе и так, блядь, тоже тачку продаю на лям дешевле. А я тебе ничего не говорю, я ж молча собираю дальше 250 тысяч. А еще я понимаю, что у меня в баке 183 литра, блядь. Пацаны, сука. Пацаны, а можно вопрос, а что на фуре лучше улучшите? Ты будешь частенько, а движок чтобы для разгона. Ну, с тормозами уже привык. Понял, понял. А такой вопрос. А никто дом, квартиру не продает Бусаева? Ну, я собирался, но пока что нет. А такой еще вопрос. BMW M6 никто не продает?
продавали, но сейчас пока нет, не слышно. Понял. А почему бэк какой у тебя бюджет? Какой у тебя бюджет? На что именно? На L-Cape. Ну, предложи. Деньги есть, если спрашиваю. А предложи. Ну так, а что убивает? Что убивает? Его машина, пускай предлагает цену. Я могу предложить рубль, правильно? Ну, это несуместно. Это как-то тупо. Ну ты продаешь тачку, какая твоя цена, ну, типа и все. Вот у меня, допустим, я согласен за 2 и налог забрать. Ты берешь за эту цену или выше? М6 за 2 плюс нал? Да. Ну, дело твое, конечно, продавать, но... дохуя. Я тоже думаю, что дохуя. Ну, пацаны, вы думаете, что дохуя, люди есть, которые ее готовы за эту цену взять. Я же говорю, это ну, дело твое, потому что... Ребят, я вам могу сказать, что можно машину за 100 тысяч, которая стоит, блядь, продать за, нахуй, 2 миллиона. Ну, как-то это, всяких дураков хватает. Но я просто имею в виду, что за двушку, это будешь. Чисто мнение. Так меня и не спрашивали. Я считаю, короче, попал я пиздец, ман. Отцепил прицеп. Виталик. Начал разворачиваться, попал на штраф на 2500. Блять, это пиздец. Проклятье, сука. Нормально, ты просто копить не хочешь, вот ты все так скажешь, что не хочешь ее забирать. Да, слышь, ебать, ну что, пешком, блять, ходить, сука, дорогу.